Давай поговорим о твоем участии в шоу «Голос». Так. Как ты приняла это решение и советовалась ли ты с коллегами по группе перед этим? Ну, я поставила перед фактом. Я еще, помню, так сказала: «Кэш, слушай, я иду на «Голос», а ты идешь на «Версус». Красиво. Он зассал. Наверняка у тебя же возникали внутренние конфликты во время самого шоу. Вот вспомни даже историю с Киркоровым. Да, это была стрёмная история. То есть ты читал, да? Тебе предлагали спеть с Киркоровым, сказала: «Нет, я не буду». Начала устраивать. У вас был, как ты сказала, скандал, что вы 40 минут друг на друга орали. А, да, да, да. Блин, да, Григорий, конечно, он думал, что он очень классную вещь сейчас сделал. Он сейчас мне прям дико помог этим. Он орет, я ору. У нас нормальные были отношения. Он просто думал, что это крутой поступок, что сейчас вообще просто в дамке я такая. Ну, просто он реально не понимает. Я говорю: «Нет». Говорит: «Да что тебе тут нужна твоя санная рок-аудитория? Тебе интересно, что они скажут? Тут вообще король, он собирает, блин, Кремль 7 дней в подряд. А что твои оборванцы там?» Ну, в общем, поэтому я и орала. Ну, а как? Отстаивала свои интересы. Я там подняла некоторую бучу. Говорю: «Нет, я не буду». Там, на самом деле, Носков, типа, у Билана тогда был. Я нашла телефон Билана, решила ему позвонить. Он охуел вообще. Говорю: «Давайте поменяемся артистами. Вам нормально, а мне пизда». Ну, типа, ну, с Киркоровым его там подопечен норм, а мне нет. Он такой: «Ой, я сейчас перезвоню». Потом перезванивает и включает вот это красное кресло. «Ты так не должна себя вести», трам-пам-пам. Вот, и потом, в общем, замяли эту историю. Чтобы отказать Киркорову, там поставили на уши, конечно, просто всех. Представляете?